едем на море. Наконец-то где? Всем привет. Я Кармак. Всем привет. Все? Ладно, мы поехали. Счастливого пути. Ну что ж, всем доброе утро. Время 5 утра. Мы выехали очередной раз на море. Собираемся в Абхазию. Впереди нас ждет 2050 километров, показывает навигатор. В этот раз нас 15 человек. Три машины, три семьи. Дорога М12. Пересекаем ее, не доезжая до Эбрейси. Из Чувашии. Что, мы до сих пор в Мордове? Да, газ тут вообще бесплатно раздает он, по нулям. Заезжай, говорит, заправляйся. Не то, что у нас 21 рубль. Питера антенну в нос засунула. Тут все спрашивают, что говорит у вас там в багажнике, блин? Чокопай. Чокопай. Куда едешь? На море. Да? Даже первая остановка. Время сколько там? 9:20. 9:20, 24 градуса, тепло. Настроение хорошее. Да. Марин, тепло. Едем дальше. В этом году у детей свои рации. У папы свои рации. Повторюшка. Моя вачетка идет в лобас. Не говори-ка. Кто там самый голодный человек? Я. Мы не кушали. Не знаю, Вика там или Сашка разговаривает, все время что-то живет. Папа, давай рули. В этом году? Конечно, где поехали. Ну, ехали в дороге и познакомились с одной машиной, правда, я еще не видел. По рации. Да, по рации там. Ну, Юрик уже с ней пересекся. Я так понимаю, мужчина ездит по всей России, забирает груз 200 к себе на родину, что ли, как? Такая интересная работенка. Вот, предложил обменяться телефонами, если что, приехать в гости, если будет рядом. А мы как бы не против? Как это, друг на друга похаще, очень в Арапиде, красота. Что-то я так не понимаете. Сарабарский. Сережа, с чего шла бы вместе, что я за все? Пердык. Очень много машин встретили.
Владимирович, его он сам скажи, не нравится ему. Нет, громче, громче. Это вырежи, выкинь. Нет, нет, ни хрена. Едем на юг. Очень много машин с 21-м регионом, то есть с нашим чувашским регионом. Мы немножко удивлены. Чего? Палец твой видно, наверное. Где? Не знаю. Теперь видно, скажи. Корова. Тоже едет на юг. Ромер, чуваш, что? Облака, как облака. Нет, я ему говорю, давай обгоняй, снимем за всех. Он мне говорит, снимай больше, снимай больше. Мне что снимать? Деревья? Козлина, скажи. Подсолнухи каждый год одни и те же. Да, да, да. Класс. Заправки наши дурацкие. Остановки. Ой, как красиво. Природа. Турбозавры вперед. Ехать еще осталось 1120 километров. Ну, настолько мы сегодня не проедем. Будем ночевать. Жилье заранее забронировали. Надеюсь, нас там ждут. Обещали нам отдать целый дом. Перезаписать дом? Да. Ну, в аренду, да. Вот. Осталось пересечь границу. Да, самое... Волнительно, это граница. Так накануне выяснилось, что у нас все, небольшие дачи. Понтонный мост и как бы вообще нет пробки. Вспоминая прошлый год, мы сколько там стояли. Ну, вообще, прошлые года. Да, обычно мы всегда выезжали в выходные, а в этом году мы решили выехать во вторник. Может быть, из-за этого? Может быть. Спуск дек лучше, дек выше сделать. Нет, хочу. И спуск на переправу намного мягче. Надо заебись. Ну, вы все поняли. Да. Четвертая заправка. Решили заправиться перед выходом на М7, М4. Еще раз. Четвертая заправка. Решили заправиться в Богучаре, Газпром, перед выходом на трассу М4. Потом посмотрим, сколько сможем проехать и поспим. Так что попьем кофе. Погнали за кофе. Постанова? Давай, постанова номер один. Закажи кофе. Как обычно, забочусь о любимом своем муже. Купила два кофе нам. Ай, какая заботливая женушка. Чтобы так у меня не уснул по дороге. Да. Мескер? Мескер, Юрий? Все, как настроение? Отличное! Я вообще не настроение. Все, мы уже устали, что ли? Ладно, давайте пока. Да, я за ним сейчас там покушаем. Все по местам? Недалече, где знаете, местечко у нас. Наш ужин? Да. Все, как настроение? Отличное. Спать только охота. Да. Отлично, доехали пока. Доехали? Отлично, едем, да? Все, как настроение? Дела. Первый день кажется, как будто день длится бесконечно. Вы Санька представили, что ли? В этом году у Владика в машине больше, теперь он битком. Их теперь пятеро. Наконец-то, да. Представляем, Александр.
И тут Александр. Александра. Че, Вика, сколько желаний загадала, пока ехала? 8. 8? Мое любимое число. Привет! Можешь поменяться с тобой местами пока на время? Нет. Привет! Че, бабуля, как настрой? Во! Привет! Всегда отлично. Привет, уже че, домой как? Едем. Круто? Ну, конечно, все, купили вкусняшек на заправке, скажи, вредняшек. Ты уже пол упаковки, что ли? Нет, я другим еще раздал. Молодец какой. Участок платной дороги, похоже на объездную Ростова. Мы здесь еще не ездили. Получается, вы сейчас все эти газы на пленке проебали. Получается так. Вот, и дорога хорошая, едем. Время 11:20. До точки нашей осталось еще 690 километров. Спать пока не хочется, поэтому мы решили еще поехать дальше немножко. Новый участок обошелся нам в 300 рублей. Появились дополнительные окошки, то есть зеленый коридор, окошки, где оплата только картой, и пару окошек для оплаты налички, ну, наличными. Что-то новенькое. Че, очередной участок. А че, все красное? Да. Не говори-ка. Пересменка, походу. В общем, второй участок платной дороги. Да. На этот раз. 100 рублей. Тарифы немного подорожали. Какого-то фига, везде крестики, никто не едет, никто не проезжает. То ли пересменка, то ли что там, не знаю. Обед в 12 часов ночи. Из одной минуты 12. В общем, хотя подъехали. Бы транспондеры бы работали, хер его знает. Пункту оплаты и все встали. Сейчас счетчик на нули поставят и поедем. Время 12:20. У нас четвертая заправка. Заправляемся и идем на ночлег. Ростовская область. Обустраиваемся на ночлег. Угу. Нашли прекрасное место. Сейчас Карасан. Давид, кооператор, что ли? Я снимаю. Что, уже застелили? Накачаем, потом засунемся. На пенсию лучше ставь. До пенсию люблю. Вот так готовые палатки уже стоят. Давид, кооператор. Что там? Американский флаг видно, что ли? Чувашский видно, американский нет. Ну, новый жилец. Где? Черный? Хотел, да, с тобой переспать. Если они падают на меня. Где-то 1300 километров проехали. Ростов пролетели благодаря новой платке. И все, нашли, заправились газом. Нашли прекрасное место для ночлега. Время 12:30, наверное, да, сколько там? Тепло, градусов 22. Все, будем спать. Завтра кофеек и дальше. Осталось километров 600, наверное. Все, спокойной ночи всем. Будешь.
Это типа запись идет, да, надеюсь? Да, да. Написано запись. Все. Все, как выключать? Ну, можешь просто закрыть. Здесь. Как я разберусь. Все, давай проверяй, сколько палаток. Все на месте? Да. Раз, два, три, четыре и пять. Все, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Че, завтра во сколько подъем? 6:30, мне кажется. Как сейчас зовут? 6 или 5:30? 5:30. Посмотрим. Все разложились по палаткам, а Даяшка нас в машине. Встала зайка. Сейчас тоже заберем в палатку к себе. Всем спокойной ночи. Проехали все, надеюсь, все участки платные. Их в этом году 4. Обошлось все в 900 рублей. Это в будни. А в выходные обойдется в 1000, все 4 участка. Все, едем дальше. За бортом 26 градусов, время 8:30. Настроение нормальное, отличное. А еще я люблю свою жену. А еще люблю свою жену, она самая лучшая. Остановились. Перекусить. Да, позавтракать. Проснуться, увыться. Да. В общем, дорога через Джубу почему-то, не почему-то, нас оттуда навигатор не повел. Там, видимо, пробки, ремонты дорог, аварии, ДТП. Поехали в объезд. Выйдем куда-нибудь, куда там было выйти? Туапсе, сказали? Через Туапсе, вроде. Да, ближе к Туапсе, в общем. В общем, мы уехали с трассы, едем в объезд пробок, влево вправо, вверх вниз, никого нет. Красота. Дорога, да, прекрасная, красивая.
отправились. Мужик отдал нам чуть ли не последний газ, который обещал кому-то, и позвонил, сказал, что газа больше нет. Так как дальше газовых заправок мало, или практически нет. Вот, так что заправились, едем. Дорога, он сказал, что здесь более-менее неплохая. Есть небольшой перевал, и там очень плохая дорога протяженностью где-то 7 километров. Ну, будем посмотрим, что там. Так, пока едем. И мы пожаловались тоже ему, что здесь плохие дороги, типа. А он сказал нам, что если поехали бы через Джугбу, то потратили бы на проезд от 4 до 8 часов. А здесь мы должны проехать за час-полтора. Так что едем дальше. Как выглядит шведская семейка по-чувашски? Вот они, буржуи. А мальчики? Смотри, стульчики тут. Все у них. Все похмелё. Как дела? Чуть подташнивает меня. Мне уже сначала было прикольно. Сейчас уже как-то немного тошнит от этих гор. Серпантином? Лево, вправо, вверх, вниз. И сначала. Мой желудок берегись, называется. Да. Усталость каких-то 165 километров. Время 4:45. Ехать там еще часов 5. Навигатор говорит, что приедем мы, дай бог, часиков в 10 вечера. Вот, на улице 27 градусов, жара, все купаются, отдыхают. Все, приехали? Да, все, встали. То, что красное, прям бордовое. Встали, пробку, наша первая пробка. Чего стоим, кого ждем? Пробки. Осталось-то чуть-чуть, так и доехать не можем. Вы видели там, не что красное, все бордовое. Привет. Привет. Там омлет. Там в комментариях пишут, что это автобус. Мы прочитали, ага. Есть кто живой? Все живые. Как вам дороги? Супер. Супер. Заберете, что ли, меня в Хайзе-то? Конечно. Садитесь, милочка. Вон такую красотку как не забрать. Боже. Ну все, запрыгиваем. Привет. Привет, привет. Все пропускают скорую. Очень много туннелей, это по счету уже шестой.
жить нормально, чтобы у нас было все хорошо, общение, вот это все. Я хочу за интернат, но потом завтра еще будет. Ну что ж, мы приехали на море, в Абхазию, идем купаться. Здесь домик у нас достаточно далеко от моря. Ну как достаточно? Ну ничего страшного. Да, узнаем, сейчас вот первый раз идем на море. Море видно с дома. Минут 5-10 пешочком прогуляться. И нормально, и на море. Вот. Вчера приехали поздно, 12, наверное, где-то. В общем, сразу заселились. Да, заселились, нас встретили. Так как мы заранее договаривались насчет жилья. Хозяева очень гостеприимные, да, добродушные. Вот позже, может, еще познакомимся с ними поближе. В общем, идем купаться. Разведаем морюшко. Все, на связи. Собрали что там? Рапанов. Рапан. Сейчас жарить будем. Рапан? Да? У нас Камила тебе. Привет, скажи. Привет. Камила, внучка у хозяев, где мы остановились. Вот, у нас теперь еще одна подружка у девочек появилась. Тоже искупались на море. Море теплое, чистое. Местные говорят, что еще позавчера море было грязное после шторма какого-то очередного, видимо. Все, пойдем готовить кушать. Перекусить надо. Дойти бы еще. Да, еще бы дойти. Домик достаточно высоковато. А где аплодисменты? Всем приветики. Пистолетики. Сегодня второй день нашего пребывания в Абхазии. И решили съездить на озеро Рица, посмотреть, развеяться. Да, много наслышано об этом озере. Теперь сами посмотрим, да? Насладимся красотой. Так что едем на озеро Рица.
Откуда приехали? Чуваши. Чуваши, привет из Абхазии, друзья. Приезжайте к нам. Маска, привет. Будьте Маска, здорово. Каково ощущение быть тут второй раз? Нормально. На своей машине, мне кажется, все равно интереснее. В общем, Юрик с Олесей были тут в 2016, да? В 2017 году. Они приехали на поезде вдвоем. Вот, они сейчас тут второй раз. Доехали до озера Рица. Поставили машины на парковку. Парковка платная. 200 рублей. Время не ограничено. Наша команда ушла чуть вперед. Сейчас их догоним. Мы остановились, так как взять водички. Жара, пить хочется. Что, Дэн, как настроение? Отлично, красиво. Озеро уже рядом. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Погнали. Как урмарский? Урмарский вкуснее лимонад? Да. Курчики горячие. Шашлык отличный. Спасибо. Приятного отдыха, ребят. Че, как тебе подарочек? Ай, вообще отлично. Прям баню захотел столько. До бани еще сколько? Почти 2 недели. Шапочка. Обычно собираются все в бане у Юрика. Поэтому шапочка — подарок хозяину. Бежим! Физзарядка!
Шустрее, шустрее, шустрее по машинам. Красота. Время 4 часа. В итоге мы съездили на озеро Рица. Бывали там на Голубом озере тоже. Очень красиво. Своя атмосфера. Горы. Конечно, стоит побывать. Обязательно. Народу очень много. Машин очень много. Да. Но тем не менее, стоит посмотреть. Очень красиво. Сейчас поедем в Пицунду. Искупаемся на пляже там. А потом уже заскочим в магазин, закупимся продуктами и домой. Приехали в Пицунду, искупались. Пляж красивый, нам понравился. Вот, сейчас заедем за продуктами, закупимся продуктами и домой. Вот это мотик. Вот что тут надо. Да. Нам на задумку, а то мы на мотоблоках катаемся, вот. Вот, смотри, вы одеты даже одинаково. Ты чё один? Апельсинчики местные, да? Наверное. Апельсин с огорода, да? Сада? Да. Сада. Мы это никто не пробовали. Это апельсин, видишь, какая тонкая кожура. Да. Хурма. Ну что, сегодня третий день отдыха. Вчера была экскурсия у нас. Сегодня решили устроить разгрузочный день. Выспались, покушали, сейчас идем на море купаться, загорать, да. Отдыхать. Потом, может, сходим на рынок, закажем, может, мясца, сделаем шашлык. Вот. Погода, да, становится жарче и жарче. Жарче и жарче, обещают вообще 35. Вот, надеюсь, не обгорим. Погнали на пляж!
Садимся быстрее. Куда мы там забрались? Едем в Гудауту, посмотрим местный пляж, гудаутский. Вдруг понравится, будем чаще ходить туда. В общем, едем разведать Гудауту. Погнали. Мотались по рынку в Гудаута, в Гудауте, теперь решили посмотреть гудаутский пляж, будем купаться. Набрали на рынке всякой ерунды, типа чая, чачи, вина, подарки, орешки, вот так вот. Погнали на пляж. Сегодня какой день? Четвертый день? Только четвертый день отдыха, да. Мы обгоревшие, решили сегодня отдохнуть немного от моря. Поехали в новый Афон. Поехали. Все, будем разведывать новый пещеру. Афон. Пещеры там, да, посмотрим. Будем разведывать новый Афон. По машинам! Yes! Приехали в новый Афон на экскурсию в пещеру. Билет стоит 700 рублей, дополнительно 50 рублей на разрешение фото-видеосъемки, туалет 10 рублей. Сейчас ждем очереди, осталось минут 25. Каждые 20 минут начинается экскурсия, которая длится полтора часа. Вот, очень жарко, в пещере должно быть прохладнее. Все, заходим, садимся. Прохладно здесь. Хорошо-то как. Да. Все, поезд уехал. Нас бросили, поезд уехал. Дальше выбирайте сами, да?
все, мы в пещере. Интересно, пещера на самом деле очень красивая. Красивая, да, глубокая, большая. Нам очень понравилось. Всем советуем посмотреть. Да, советуем посмотреть. Это того стоит, на самом деле очень интересно. Да, бабуля, понравилось? Очень. Спасибо всем. Спасибо вам. Кто не мерзляк, могут, как я, в шлёпках и шортах спокойно пройти экскурсию, особо так. Я не почувствовал, что прям... Да, то есть мы были в рубашечке тут, в футболочке. Нормально. Бабуля, смотрю, в теплой кофточке. Да. Че, Юрий, как тебе? Пойдем. А на самом деле? На самом деле, пойдем. Интересно. Это мы вырежем, не вставим. Было интересно. Все, садимся на поезд и едем на выход. Да, довезут нас обратно. Потому что шли мы полтора часа почти. Вот сейчас вернемся обратно. Это сказал, что после надо. Не пугай-ка. Курсия. Супер. Понравилось. Очень даже интересно. Стоит побывать. Красота, да, красота. Какая природная красота. Да. Кира, как тебе понравилось? Очень. Классная экскурсия, да? Да. Олеся, понравилось? Замерзла? Не знаю, нормально вроде. Ну, нормально там ноги подкачаешь, это точно. Потому что все время вниз, наверх, да? Очень холодно. Да ёшку нашу замерзла. Главный вопрос. Итак, главное. Марина, ты не замерзла? Нет. Не до этого. Я говорю, еще круто пошла бы говорить. Просто она замерзляк. Еще тут всегда мерзнет. Ну, тогда отлично. Мера, Германия. И снова жара. И снова, да, здравствует жара, да. Вот наша группа. Вышли из пещеры, обратно в пекло. Пляж, новый Афон. 12:50, полдень. Пекло 35, наверное. Oh, 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 oh,
купались на пляже, позагорали. Теперь едем смотреть водопад. Также все в новом Афоне. Куда мы идем? Хрен знает, куда ты идем? На водопад. Посмотрим водопад. Сашки малыш. Зашли тут в магазин. Лялечки, как настоящие. Че, Владик? Сегодня шашлыки, что ли, будут у нас? Не уже. Еды много. Зашли в Пятерочку, закупились продуктов. Пятерочка нам роднее, ближе, поэтому едем туда. В местных магазинах частенько дороже и нет много всего. Вот. А на улице жара, в магазине было прохладно, хорошо, вышли, тут опять духота, жара, хочется уже спрятаться. Едем домой. Да. Уже 39 градусов. Спасаемся мороженым. Да. Что-то в магазин, что ли? Да. О, вот и покупатель. Почем ракушку продаете? Так, чем тут эти 12? Барыги торгуют? Нет, 10 рублей. Хотя бы мелочь есть можно. 2 рубля. Давай. А что купить можно? О, тут даже покупатель есть. За 2 рубля можно купить вот это. Магазин. Да, можно магазин. Купить вот это. Можно бесплатно печеньку съесть. Нет, что, уже деньги начали зарабатывать? Да. Вот нет, тебе да. Вот это. О, у вас еще один покупатель. Да, у нас. Для вот меня что есть? Можете есть? Взять, что хотите. Вот сегодня на обед, на ужин шашлычок из свинины, абхазский свинин. Абхазская свинина. Шеф-повар на сцене. Юрий Николаевич. Как обычно. Как обычно. Так что, приятного аппетита. Не знаю, я так привык, я так вас беру. Дай Бог вам здоровья. Вот так, как дружно, всю жизнь долго живите и вот так вместе друг друга. Помогайте, где надо, уважайте. Вот так, я хочу выпить за вас. За прекрасную компанию. Пойду по крайней мере. В этом доме тоже была любовь царила, здоровье. По всем удачи, короче. Как я правильно сюда. Примерно понял. Давайте. Мы не умеем красиво говорить так же, как вы, да? Почему же сказал бы, но не поймут. По-русски, но тяжело.
Может, вы на армянском что-нибудь скажете нам? На армянском все равно, если у вас там живут, они не поймут меня. Так, на память? А, на память. Лавалек. Это амшенский, вот ереванский, нас не поймут, если, может, друзья, может, знакомые, где-то мало ли что. Аллах нет за лавалек. Да, о, Антаников, Очков, Бучков, Эскузимур. Аллах лавалин, шадлав миллятек. Если что, пусть переведут там кто-нибудь, я перевести не буду. Лавальный шатлав миллят, инцы дури сега. Эммендари эспес миллят редко галли. Эммунел галли, эммунел галли, ма. Эсси лавин эспес кону конту. А здесь да приложь, ну спокойно, да. Мясо приготовили? А все поели? Это Каспарвет, может, к вам же приедем? Будете, это, как говорится, будете в наших краях, проезжайте мимо. Если что, всегда, пожалуйста. Приезжайте в Абхазию. Все будут рады. Еще не было человека, чтобы от меня недовольный уехал. Все довольны, все от своей души. Так что, за это все будет нормально. Давайте. Много ему не наливайте только, ладно? Много не наливайте. Вот он, петушара, который спать не дает. Вот такие лепесины растут в этом, у нас в огороде. Лимончики такие. Это прошлогодний весь урожай. Ну, остатки урожая. Еще есть мандаринов очень много. Но мандарины, правда, кушать не очень вкусно. Они как-то высохшие. А так нормально. Есть некоторые, да, в общем. Да, но дети все кушают подряд. Я и сам не против. Такой у нас урожайный сад. Пока мы тут играем в картишки, у нас жены делают производство лаврового листа. Сейчас, погоди, а я тоже. Я же еще на паузу поставил. Зачем ты меня снял? Я на паузу поставил. Нет, я не видел. Собираем лавровый лист. Чуваши, откроем бизнес. Да. Давай, давай. А ты один паузу погнал, а я не берешь. Все дошли на море, мы на море, вы где? Две минуты, мы подтягиваемся. Эвкалипты прошли, дорогу перешли, нет? Переходим эвкалипт. Все ясно, мы заходим в море. Принято. В этом году у нас 6 маленьких раций, так как связи в Абхазии нет, надо покупать местные симки. Симку мы взяли, одну для интернета. Достаточно хорошо берут, далеко. Любые походы в магазин или еще куда-нибудь, прогулки, все используем маленькие рации. Также попадаются в канале другие люди, 2 местных ребенка здесь есть, которые тоже общаются. Те, кто вот катается на катерах, так что народу тут много, не скучно, прикольная штучка. Ну а сегодня 5-й день нашего отдыха, снова купаемся. Отдыхаем, загораем. Сегодня кристально чистая вода. Вчера немножко были волны. Всем отдыхающим привет! Машину в Чебоксарах. Я она, тоже ее видел. Она на гостинице Чувашии постоянно стоит. Да? Да, я на работу хожу, ее постоянно вижу. А водители не знаешь? Водители не знаю, но ее вижу постоянно.
Олег, как тебе ванночка грязи? Все понравилось? Пойдет. Все, как вам? Да, да. 10 лет обложили. Все, бабуль, как тебе ванночка? Вкусно пахнет. Пока все купаются, мы с Олесей гуляем. Первый пошел, второй пошел, давай. Третий пошел, Кира, давай, давай, Димур, мальчик, давай, потом в Ютубе себя увидишь, давай. Граждане отдыхающие, не знаю откуда они, разговаривают по-странному, какой-то тарабарский язык непонятный. Искупались, три-три-три. Да, там встретились. Искупались на море, сегодня предпоследний день. Море классное. Мокрое. Мокрое. Идем кушать хачапури. И пиццу. Заказали пиццу. Пиццу и хачапури будем кушать. 600? Довольное лицо выглядит вот так. Пойдем, пошли кушать. Что тут делаем-то? Мы варим бачок. Хозяевам? Да. Тут воды нету, короче, водой проблему делаем. Да, ремонтируем бачок. Да. А так как высококвалифицированный специалист, сварщик у нас только один. Там еще позвонили, хотят еще варку делать. Но он говорит по цене что-то дешево, говорит, не согласился. А ты снимаешь что ли? Вот мастер, рекламирую его, если что, он может делать там недорого. Какую курицу, говорит, сделаю, сейчас пришлось курицу порезать ему. Петуха желательно? Да, я говорю. А почему петуха-то, Влади? Объясни нам. Каждое утро скажи. Зарежьте меня, говорит, зарежьте меня. Для семьи. Если петуха вырежем, яйца не будем кушать. Петух не влияет на яйцо. Без петуха он делает, даже без проблем. Не, у нас не делают. Абхазские, говорит, не делают так. Отказываемся. Будешь обидеться без петуха. Чуваши, солнечный привет из Абхазии. Приезжайте в Абхазию отдыхать. Здоровье подкрепитесь. Это абхазец и армянин, говорит, братья. Да, абхазский армянин. Вот это абхазец, я армянин, мы братья. Мы братья были, братья будем. Остались и будем. Так мы что... с нами рядом чуваши. Привет еще раз.
закинут. А может, ты не знаешь так? А? Нет. Где это? Золотистый, вот сейчас он бомба. Красота, да, Давид? Угу. Спасибо. Поехали. Какая она там? Фенчинарем. Мы, скажи, анонимные ребята. Если видят нас анонимные, привет всем. Все, мясо загрузили. 10 человек загрузили. Уф. Поле, если видим, ничего не мешает, так 5, да? Все, коптится. Вкуснотища. Вообще бомба. Помылись на мойке. Недорого, 60 рублей обошлось. Мойка самообслуживания. Круглосуточная. От нас недалеко. Буквально 500 метров с поста. Все чистенький. Я свою уже помыл. За компанию. Ну что ж, у нас сегодня завершающий день. День 9. Решили еще разок искупнуться перед поездкой домой. Море классное. Солнце садится вон. Закат. Народу нету никого. Завтра едем в Сочи. На две ночи. Хотим побывать еще в Розы Хуторе. И домой. Надеюсь, я... Мне удастся у Владика забрать это видео. Да, если вы это видите, значит, я у Владика все-таки переписал это видео. Никто не взял камеру. Кроме Владика. Да, осталось только он у Владика в телефон. Юрик, он сидит, грустит. Море! Абхазия, будем скучать. Увидимся. Что могу сказать? Самое главное, я первый день сказал, что если вы приехали, год дается раз отдых. Вы чтоб так отдохнули, в первую очередь от меня, от нас были, чтоб это, и с Республики Абхазии, само собой. Я хочу, чтобы хорошее впечатление осталось. И главное, чтоб у вас, ну как, все было хорошо. Я надеюсь, что то, что смогли, постарались, по крайней мере. А там, если уж где что не так, не знаю. Я думаю, что все прекрасно. Отдыхом удалось. И нам удалось, что такие прекрасные люди попались. А то, знаете, всякие попадаются там. Ну, мы все равно терпим, что а здесь такого не было. Молодцы, дай Бог. Чтобы у вас все было хорошо, здоровье, счастья, удачи. Вот так. Больше что могу сказать. Все, покоим? Да. Все, давай. И зеленой дороги вам. Давай, Дим, давай. Давай. Давайте, да. Спасибо за все. Спасибо, до свидания. Да, спасибо, дядя Лей. Нам очень понравилось, очень. Давайте, пошли. Все, давайте. Хорошие, приезжайте. Всем здоровья, всем хорошего. Время 9 утра, мы выехали, едем до границы, планируем заехать в Сочи, немножко что-нибудь посмотреть там, дальше как получится, посмотрим.
Навигатор говорит, навигатор говорит 2,3 километра, пробка на 1 час, это граница. Когда въезжали в Абхазию, машин было намного меньше. За сколько мы прошли? Где-то минут за 40, наверное. Да, полчаса где-то. Сейчас время 11:30, посмотрим, за сколько пройдем. Полоса вроде одна, а просто с двух сторон все лезут. Со всех сторон. Со всех сторон просто лезут все. Встречка, не встречка, обочина, не обочина. Да, видимо, так мы будем стоять долго. Что тут происходит? Все вот куда-то один... лезут. Что здесь происходит? Туда, сюда, блин. Облизывают просто с двух сторон. Фух, капец, уже 3.5 часа стоим на границе. Я есть мокрый, невозможно просто. 35 градусов жары. Все очень медленно двигается. Невозможно просто. Пассажиры наши давно уже прошли. Мы двигаемся очень-очень медленно, очень. Стоим на российской границе, на российской стороне уже. Невозможно, умираю от жары. Ну, папа, давай, рассказывай. Что рассказывать? Ну, сколько времени? 11:30, 3:30. Мы выехали. 4 часа потратили на границу, чтобы пройти границу. О, красиво будет впереди. Давай. Ты знаешь? Да, папа, успей сказать. Да. В общем, выехали с границы, решили заехать в Роза Хутор. Осталось ехать еще минут 40. Заправились. Наконец-то газом. Газа не было. В Абхазии очень дорогой газ, 45 рублей за литр. Даже не справлялись. Взяли кофейку, подкрепились немножко. Надеюсь, там остынем, потому что перегрелись в пробках. И поедем дальше, наверное, посмотрим. Едем на Красную Поляну. Роза Хутор. Поставили машины на парковке, идем на фуникулеры. О, все тут, смотри, какие. Мама, мы пешком пошли. Все, мы в Сочи, давно мечтали побывать.
таком чудесном месте, как Роза Хутор, да, на горе. Да. Хоть и приехали с Абхазии, все равно нам не хватает гор. Это что? Комик лучше. Да, Алан Майор, конечно. Чего трясет? Чего трясет? Где, кстати, был Роб? Мама, смотри, как там красиво вода течет. Я не хочу туда смотреть. Детки. Очень отлично. Круто. Огонь. Нравится? Очень. А что страшного-то? Вид какой. Кира, страшно, что ли? Почему? Смотри, какие горы. Сейчас в облака. Ты в облака хотела потрогать. Да? Да, тебе нравится? Угу. Вон там еще Роза Хутор. О, как красиво, да, там? Вон, поднимайся. Сейчас поднимемся на горку, посмотрим. Пока будем наслаждаться пейзажами. Поднимаемся еще выше. Три. Раз. Два. И погнали. Ух ты, качели Даяна, да? Теперь вы зато. Да. Бушки стоят 10 раз. О, нам машут, улыбаемся и машем. Поехали. Снимаем. Да, сейчас поднимемся, скорее всего, в облака и просто ничего не увидим в облаках. Смотри, на плюшках катаются. Облака увидим. Ого, я ничего не видел, не знаю. Ой, за облаком. Как интересно. Я боюсь, что мы скалу заденем. Да, никто еще не задевает. Только сзади только канаты. Еще выше, что выше облаков, что? Капец. Дэвид, выше облаков сейчас поднимется. Да, я на моих облаках. Да. Что лишь? Ты не смотрела, да, ежик в тумане там? Дядя Юр сейчас сказал. Охренеть, дядь. Охренеть, назад посмотрите-ка вы. Вау. Нет, нет. Да. Смотри, какая красота! Я в сказке. Я в шоке. Что, вспотели? When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Thank you.
прыгать, говорит, знак говорит. Надо вверх ногами, вниз головой. Да, то есть сразу, наверняка. То есть это правильная инструкция, как правильно прыгать, если да. собрались прыгать. Вот так вот. Скоро, вниз покажи, какая. Да, да. А там что показывает? Красота, ё-моё. Мы выше облаков. Камера вообще не передает, что мы так резко въезжаем. Тихо, у кого камера, то ты говори. Заметил самое страшное, то, что эти колонны стоят вот так вот. Да? Ты не заметил? Они не прямо стоят, ты поднимаешься, они стоят вот так вот. А, специально упор, чтобы был. Фиг знает. Мы сейчас, смотри, будем проезжать. Сказали, до утра света не будет. Все, спим здесь, ночуем здесь сегодня, да? Ну, переживайте, квартиры нет, как хорошо. Вздохнемся. Очередь капец какая длинная. Очень и очень красиво. Это надо посмотреть. Это надо увидеть вживую. Никакая камера это не передаст. Да, не передает. Пойдем гулять дальше. Умыться, переодеться, едем дальше, соберем все пробки, проехали Сириус, впереди еще куча пробок, пробки, пробки и пробки. Опа. Это на всю ночь. Застряли мы в пробке. Время 8:40. До дома еще 1960 километров, но это не точно, там плюс-минус километров 200. И одни пробки, дай бог выйти с побережья. Немножко все подустали уже. Больше всего утомились именно на границе. Потратили почти 5 часов. Да, почти. Это 3 часа, правильно, что ли? 16 километров пробки. Стоим мы тут, значит, в пробке, а тут такое милота. Боже мой. Серпантины, серпантины, серпантины. Прокомментируйте, пожалуйста. Все достало меня уже. Все, Чарушка покинул чат. Да, можно я просто удалюсь и лягу спать. Как вот так, да? Да.
Время 10 часов вечера, нам еще ехать и ехать. Никак не можем выползти из пробки. Ой, все устали, все заколебались. Как-нибудь. Скотека зая пока в пробке. Еще этот забыл сказать. Я очень сильно люблю свою жену. У нас сегодня годовщина свадьбы. Люблю свою зайку. Как это мило. Надеюсь, ты это вставишь. Не вырежешь. Нет, это вырежу. Кому это надо? А время 11 часов ночи. А мы все едем. Да. Ладно, хоть от пробок немного избавились. Потихоньку двигаемся. Еще километров 130, наверное, ехать нам на джок будет. Дальше уже можем уйти с побережья. На ночлег. Так, время 1 ночи. Мы остановились на ночлег. Сейчас подтянется Владик. Они отстали немножко. Все, будем ложиться. Остановились тут на небольшой стоянке. Рядом фуры. Как бы светло. Так как больше ничего не нашли. Да. Все, ложимся спать. Завтра ранний подъем и ранний старт. Время 1 ночи. Все, спокойной ночи. Время 5 утра, мы выехали, ночевали в районе Туапсе, недалеко, между Лазаревским и Туапсе. Немножко не доехали до Туапсе. Туапсенский район. Да, там было место, где мы до этого перекусывали. Такая небольшая площадка, которая пригодилась нам для ночлега. Едем дальше. Сегодня, наверное, планируем доехать до Богучара. До Богучара еще километров 800. Все, всем доброе утро. Едем дальше, едем домой. Disappear after 10. God knows when I'll see you again. За бортом 25 градусов. Пассажиры продолжают спать. Хочется кофе. Конец серпантина. Да, серпантин заканчивается. Мы уже достаточно отъехали от Джубки. Пробка до сих пор. Мотечка вылетает. Пробка бесконечная, просто навстречу идет. Поэтому навигатор нас отправил через через горячий ключ, через перевал, через бездорожье, сразу выход на Туапсе. Это был, наверное, даже, несмотря на то, что там плохие дороги, был лучший вариант, чем стоять здесь до 8 часов в пробке, как говорят местные. Так что здесь надо вставить фрагмент тех дорог, которые были. По объездной. А так пробка, вот она. Можешь снять. Протяженность, не знаю, десятки километров. Остановились на перекус. Время сколько там? 11, наверное, где-то дня. До Богучара еще пилить. И пилить.
Навигатор показывает часиков 5-6, приедем вечером. Главное съехать. Дай до сюда. Тарага, полукруг сюда. Шпризам этот, шурал огонь, я тебе за кушку делаю. Шпризам жить, не думала. Дай мне. Там что лежит, посмотри-ка. Вон около бабули. У Давидки сегодня у нас день рождения. Давиду сегодня исполнилось 8 лет. Давид, мы тебя все поздравляем с днем рождения. Днем рождения! Юрик поспать захотел. Что за херня? Давид, у тебя какой уже день рождения в дороге? Да где-то в поле, просто в полях. Давушка, загадывай желание. Ничего, приедем, справим. Сейчас тортик. Не судьба, давай сюда. Не судьба. Спонсор наш сегодняшнего выпуска «Газпром». Все дети, все так надо. 2000 рублей. Сзади что? Здесь машина тренит. Это еще раз, нет. Да, это мы вырежем. О, здесь нет ветра, давай. Хватит, что у тебя, я катакаром. О, давай. Давай, Давид, загадывай желание. Сейчас подохну. Давай, дуй. Ура! Все, поздравляй. Ага, Давид. Алло. Чего? Давид, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, счастья, радости, любви. Спасибо. Мы тебя ждем. Хорошо. День второй. Мы все плетемся в этих пробках. Да, мы еще живы. Пока еще живы, да. А, нашли такой комментарий. Москвич написал после поездки на море, что оказывается по сравнению с этими. Вот так я написал. По сравнению с этими с юговскими этими пробками, оказывается, в Москве пробок вообще нету. Вот. А еще мы вчера, когда остановились. Не говори-ка. И еще вчера, когда мы остановились на ночлег, пока мы, в общем, мы разложились, поставили палатки. Да. Все уже легли спать. И тут было какое-то шуршание в кустах. Я посветил фонариком. Думал, там это кошка или навряд ли собака. Так как было темно. Да, и на наше удивление это оказался енот, причем такой здоровый, просто огроменный, как пес. Он так спокойненько прошел мимо нас. Жалко, что не было камеры, мы бы это засняли, конечно. Каменск-Шахтинский, проезжаем парк Патриот. Каждый год замечаем постоянно какие-то тут изменения. Появилось много новых самолетов, новой техники, постоянно что-то обновляется, прибавляется, развивается. И постоянные пробки в Каменск-Шахтинском из-за этого бесконечно ремонтируемого моста. Что-то мы устали ехать. Да. Остановились попить чайку, повытягивать ноги. Вот, все сидят, отдыхают. А нам еще ехать и ехать и ехать.
направляемся. Остановились на заправке. Зашли в мини-маркет искать туалет. А там туалет не нашли. Потом пошли за мини-маркет. Нашли туалет. Две кабинки. Одна закрыта. Ладно, да, тут, я думаю, не очень нужна информация, да, Юранский? Да. Че? Папа, давай жги. Время 7:40. До дома еще 970 километров. Свернули на Богучар. Едем, наслаждаемся свободными дорогами, без пробок, без резких остановок. Вот, сейчас проедем сколько сможем и, думаю, тоже опять будем искать место для ночлега, как обычно. Идите пока отжигают. Всего лишь 8:20, и впервые за все поездки, наверное, на море мы решили лечь пораньше, так как устали очень от пробок. Так что будем располагаться, нашли нормальное место, вдали от дороги. Надеюсь, дождя не будет, вроде здесь сухо. В остальных местах было все сыро, одни лужи везде были, здесь вроде суховато. Так что располагаемся, ставим палатки и баиньки. Да, я на Майлосе был, да? Ага. Снимай! Снимай же. Что-то там прожектор полетел там. А у нас сегодня первый вечер! Ё-моё! Второй мячок! Третий мячок! Четвертый мячок! Пятый лещ! Иди. Пора вставать. Какой вставать, там холодище. Там зима, только без снега. Накид. Народ потихонечку просыпается. Было прохладно, наконец-то охладились, а то постоянно жара. Че, время 6 утра, все собрали, палатки собрали, готовы ехать дальше? Да. Не готовы, но приходится. Да-да, но придется ехать дальше. Как она вырубит, а? Да. Форсикам, ты чисто, пока чисто. Время 7:20. Мы проснулись, едем. Часиков... Чисто, пока чисто. Часиков 6... Часиков 6:20, да? Часиков 6:20 тронулись, едем, все, кайф попили, едем дальше. Еще 800 километров примерно до дома, так что едем. Переночевали хорошо, было немножко прохладно. Градусов 17, нормально. Соскучились мы по холоду. Все потели. Спали комфортно. Хорошо, что остановились пораньше, потому что здесь дальше был дождь. И нам повезло. Так что едем дальше. 500 километров до дома. Время 11:30. Часиков 6 должны приехать. Но так не приедем, потому что заправки, остановки. Часиков 8-9, я думаю, будем дома. Саратовская область порадовала нас хорошими дорогами в этом году. Пензенская область — не очень хорошие дороги, ямы и все такое.
Вот. Что еще сказать? Да ешки сегодня день рождения. Сколько тебе исполнилось, принцесса? 6 лет! В этом году такой длинный путь, что мы в дороге справили и годовщину свадьбы, да? И день рождения Давида, и день рождения Даяны. Как справились? Встретили, можно сказать, да. Так, символически. Справлять будем сразу 3 праздника дома, когда едем. Уйдем за гол. За гол. Ну, Владик заправился? Заправился. Все, Владик заправился. Первый раз использовать Тинькофф. Заправка 10% кэшбэк. Юрик заправляется, Чирушка будет заправляться. 2%. Еще немножко, и мы дома. Да. Наконец-то, дом. Как немножко еще, до хрена. Отойди, Давид. А у меня сегодня день рождения. Да. Поздравляем все тебя. Даяна, сколько тебе исполнилось? 6 лет. 6 лет. И ты уже 6-й раз побывала на море, да? Вот это здорово. Ларашмазом. Гейзом. Едем домой. Привет, бабуля! Привет, Даяна! С днем рождения тебя! У тебя день рождения на дороге, да? Да. Ехать устала? Потерплю, немножко осталось. Немножко осталось, потешишь, хорошо, молодец, умница. С днем рождения тебя! Спасибо. Да, сами красивые, сами такой шикарный город, я бы сказал. Мне нравится там. Я каждый раз там бываю. Спасибо. Спасибо, что так город держит чистоты и порядок. И люди хорошие, и город красивый очень. Спасибо, спасибо. А сами откуда? Дагестан, а так регион Дагестан. Понятно. Ладно, счастливого пути. Далеко. Дагестанские люди тоже лучшие. Они вот такие гостеприимные, мне они очень нравятся. Значит, вот так, за мединститут выступает. В Дагестане 1 000 000 надо отдавать. Там я отличный бы дурак тоже, там 1 000 000 поступает. А тут, ну, у головы поступает, и образование хорошее здесь знание дают. Что поступать, ни копейку не надо давать, Чебоксара. А у нас 1 000 000 уходит. Улыбайся, впереди камеры. Не успели мы тебя загнать, за тебя едем. Нам уже направо. Давай, удачи вам. Вы, наверное, через этого поедете, давай. Спасибо. Давайте, я тоже удачи, без пришельцев, чтобы съездить. Кащ пулса за нубашки, киучи гиртенча вранца, сетел щиенче яшки, снега ларца, кышак илче тахтаман, ларче сетел ушинче, яшка тут лашке пая, тесе мухта тишкине, усыл куш паша варса, катартать волча марне, яшка тут лащи ларца, кышкарать вал арамне. В этот раз навигатор нас повел через Саранск, прям в город завел, и мы решили купить в Саранске что? Опарышей, да, и кукурузы, и гороха. Так как завтра собираемся поехать на рыбалку. На рыбалку, да. Отдохнули, теперь можно и порыбачить. Если кому нравится там про рыбалку, можем залепить пару роликов. Мы... Ты говоришь, как будто профессиональный рыбак. Нет, я хотел только что сказать, что мы любители половить маленьких карасят. Плотвичек. Плотвичек, да. Лягушек. Подлещиков, щуку. Да. Что попадется? Так что рыбалка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, да. Что-то чапля.
паша ворса, та тарта звалча марне, пешка тут плащи ларса, ушкарать звал арамне. Щиеп шишишка, кайранта, лечися в месте, умеся в нас пища ванда. Ах, нас пища ванда. Щиеп шишишка, когда осталось 10 минут до дома, 7 километров, самое время задать вопрос. Юрий. Тикать никто не хочет. Как обычно, бегу снимать, бегу, все, мы почти дома. Первым делом что делают, да? Да. Вау, помидоры. Что будем говорить-то? Мы приехали. Давай. Что сказали, да, поставили. Вот. Вот и закончилось наше путешествие. Бывали в другой стране, все очень понравилось. Короче, все в итоге понравилось, особенно хозяева. Очень гостеприимные. Очень гостеприимный народ абхазский. Да. Гарике Андрееву и Тимуру особенно привет. И хозяйке. Все очень понравилось. Другое там, другое, другие, как будет, растения. Чаруш. Другой климат. Вот и приехали мы домой. Закончилось наше путешествие. Все живы, все здоровы. Все понравилось. Но дома лучше. Там, конечно, красиво, все классно, гостеприимные хозяева. Всем привет, всем огромное спасибо за уют. Море было очень тепло в этом году, наверное. Но соленое. Да, но соленое, да, ей не понравилось, соленое, говорит. Все, всем спасибо за просмотр. Это была большая семейка. Подписывайтесь на тело. Да. До следующего года. И мы дома! Мы дома!